Во Владивостоке из-за непогоды сегодня все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Автомобилистов просят быть внимательнее на дорогах. Для быстрого спуска воды подняты решетки ливневок. Неопытным водителям ГИБДД рекомендуют воздержаться от поездок. По прогнозам синоптиков, сегодня может выпасть до 44 миллиметров осадков. Помимо спуска воды с дорог и прочистки ливневок, рабочие убирают сходы грунта на трассе Седанка-Патрокл и улице Карской. Вода утром скапливалась у стадиона «Динамо» в районе развязки у стадиона «Строитель» и на перекрестке Западной Батарейной. Однако серьезных подтоплений нет. Нашими сотрудниками ведется регулярный мониторинг камер видеонаблюдения, и все проблемы у нас выводятся на экране. Мы их оперативно можем решить. На дорогах у нас сегодня утром вышло 56 единиц техники и 53 дорожных рабочих. В случае каких-либо происшествий они всегда могут обратиться в нашу диспетчерскую службу по номеру 4-2-3-3. Также, если есть подтопление в жилых домах, течи кровли, все эти жалобы мы принимаем и обрабатываем.